Первые выпадки проглытывания детьми новых монет зарегистрировали у Могилевской областной детской больницы. Медики бьют тревогу и закликают батьков быть более пильными. Подробности у наступном материале. Группа риски – дети во возрасте от 6 месяцев до 6 годов. И они выучают новокольный свет всеми максимальными сродками. Тому, на жаль, часто трапляют на стол эндоскопистов. С того момента, как началась деноминация, у нас уже было, прошло по нашей больнице порядка 10 таких детей. То есть монеты идут уже белорусские. Опасность монет заключается в том, что она может застревать, например, у ребенка в пищеводе, вызывать различные осложнения. Чаще всего, все-таки, если это касается монеты, то это все-таки через горшок. Но если монета задерживается, особенно у маленьких детей, она может задерживаться в пищеводе, и тогда приходится проводить эндоскопическое вмешательство для того, чтобы удалять монеты. Сучасное медицинское обсталевание позволяет делать эндоскопию маленьким пациентам с первых дней жизни. Але, по словам медиков, ни одно иншородное тело, что потрапило в организм, не выходит без наступств. Причем они могут проявиться и проз несколько годов. Ну, это может быть самый разнообразный спектр. От металлических каких-то деталей, деталей игрушек, батареек и заканчивая осколками стекла, стаканов, откушенный стакан, вон кусок, градусники с ртутью, проглоченные детьми. Все это является следствием недосмотра родителей, потому что все, что ребенок держит в руках, оказывается в его руках, должно контролироваться родителями. У эндоскопичном отделении Могилевской детской областной больницы организовано круглосуточное дежурство. За год у детской травмопункт звернулось 18 тысяч пациентов с разными травмами. А это каждый десятый маленький жихар нашей области. Будьте пильными, не покидайте малых без нагляду. Ганна Лапо, Александр Артемьев, Новини Регіон.